Ну и, конечно, молодцы. Я Кагло, как вы меня позвали. Мишка, а мы тебя по телевизору видели. И как я вам? Ой, просто звезда. Хочется автограф взять. Ну, конечно. Зачем же тебе в такой мелочи остаться? Да, даешь автограф? Ой, здорово! Супер! А ребятам оставишь автограф твой? А первый час в нашем путешествии – это час стихотворений. Дедушка присядь, а детки будут тебе рассказывать стихотворения. Кто хочет рассказать первой дедушке? Ой, как много вас! Ты будешь? Ну, давай, идем, идем. Дедушке для всех хватит подарков. Давай. Сядь деду на руки, садись, расскажи, громко-громко рассказывай. Мы легкие, летим. Мы белые пушинки на праздник. Умничка. С Новым годом. Давай, давай. Спасибо, садись, скажи. Садись. Вот так вот, вот. Немножко. А какой ты, дедушка, неповоротливый! Ай-яй-яй, не успел, не успел! Еще, сейчас посмотрим, не совсем успел на всех! Ручки! Ручки, ручки! Молодцы, детки, все ручки спрятали. Глаз. Заморозил. Хоть одну девочку заморозил. Все детки быстрые, все молодцы. А мы еще тебе, детка, хотим загадать загадки. А ты присядь. А загадки непростые, а музыкальные. Чтобы дедушка не слышал, мы закроем с Зайкой ему ушки. Дети, а сейчас... Добрый Дедушка Мороз, посмотри-ка ты на нас. Добрый Дедушка Мороз, что мы делаем сейчас? А это вы, наверное, шарики надуваете? Нет! Дети, на чем мы играли? На дудочке! На дудочке! Закрывай еще раз ушки. Сейчас на пианино мы поиграем. Дедушка Мороз, что мы делали сейчас? А это вы, наверное, горох перебираете. Нет! Дети, на чем мы играли? На пианино мы играли. Совсем ты старенький стал, Дед Мороз. Ничего! Анастасия, хватай, хватай! Анастасия, бери, бери. Возьми нас, молодец. Молодец. Иди к маме, иди, следующий. Будем слушать. Давайте обратно, Гедрита. Гедрита, обратно. А, вы там. Вот я тебя, надо подальше. Thank you.